мы ждем 69-й маршрут. Когда он подъедет, мы должны обязательно поднять руку, тогда остановится автобус. Мы с любимым мужем гуляем по Парижу, осматриваем достопримечательности Парижа, наслаждаясь атмосферой, восхищаясь архитектурой, пробую французскую кухню. И немного разочарована, что много бездомных, они везде. Конечно, в Вене они тоже есть, но слышала, есть для них приют, где они могут ночевать даже. Что мне понравилось, конечно, архитектура Парижа, величественные здания, площади, кухня вызывает восхищение. На каждом шагу булочные и кафе. Вот такие палатки везде, в каждом парке, по несколько десятков штук.